здравствуйте, друзья. У нас, когда последняя трансляция была, прямой эфир в пятницу, ну вот сейчас понедельник вечер, а там была пятница вечер, и там мне говорят, а чего вот вы там ВКонтакте давно, долго не проверяете там переписку? Я подумал, действительно, что-то я долго не проверял переписку и пошел вчера вечером, в воскресенье вечером, пошел проверять. И там набралось где-то 60 сообщений за месяц. Ну, действительно, так, мне казалось, что я так частенько захожу, ну, там, может быть, раз в неделю, но действительно получилось, что месяц не заходил. И из всех социальных сетей, надо сказать, что ВКонтакте больше всего народу пишет. Вот, например, ну, вот вы видите, за месяц 60 сообщений, а за это же время в Одноклассниках там, может быть, 3 или 4, в Фейсбуке там, может быть, 5, ну, такого плана. Что-то действительно нехорошо получилось. И самое главное, что числа где-то с 4 мая я не заходил, а как раз в это время вот тираж там лотереи был, и я вроде бы видео-то говорил, что если кому-то адрес там нужен, написать там в эту форму, как она там, DS-260, я говорю, пожалуйста, берите школьный адрес, просто сами потом забирайте, чтобы я не пересылал. Вот, но тем не менее, там, ну, из этих 60, 2 десятка выигрывают люди-то. Некоторые говорят, что не выигрывают, выигрывают. 2 десятка из 60 были люди, которые выиграли, и в основном они говорили, можно ли использовать адрес школы, а другие, значит, там еще что-то спрашивали. Но что интересно, я извиняюсь, там, если я кому-то поздно ответил, но так вышло, не специально. Но из этих 60 где-то 15, включая тех, кто спрашивал, можно ли воспользоваться адресом, у них не принимает их аккаунт сообщений, только там по какому-то списку. Я не помню конкретно вот это сообщение, которое там говорится, что вы не можете послать ему сообщение, потому что вы не в списке там или что-то такое. Вот. Это как-то меня даже удивило. То есть человек закрыл свой аккаунт, то есть он закрыл свой аккаунт для переписки, но в то же время что-то спрашивает и, наверное, не догадывается, что ему и ответить-то нельзя. То есть вот этим 15 я не смог ответить вообще никак. То есть досадное такое вот обстоятельство. Значит, что еще я хочу сказать? Мы вчера со Светланой возвращались из Санта-Крус и говорили о том, что надо бы вообще не то что переходить на англоязычных гостей канала, но иногда подключать. Ну, я вот вспоминаю, как мы с Винни там беседовали, мужем Наташи Квик, и там много народу там возмущались, что нету субтитров, и у нее на канале, когда она перепостила, и у нас тоже, говорит, ну как же без субтитров? Ну, действительно, нехорошо. И несколько лет назад, я боюсь соврать, 3 года, а может быть и 4 года назад, у меня тоже была такая идея, вот, значит, делать что-то такое. Я бросил клич, там, может быть, есть желающие делать субтитры. И я помню, что было там десятка-полтора народу, но все это пропало. В том смысле, что не осталось ничего, потому что ютубовская вот эта вот личка, она, конечно, обладает таким свойством там за пару-тройку месяцев уходить в какую-то бесконечность и найти там уже нельзя ничего. Поэтому я думаю, как это лучше сделать. Знаете что? Давайте, может быть, вот что, прямо под этим сообщением, если кто-то, например, готов волонтерствовать по написанию субтитров, имеется в виду люди, которые хорошо язык знают, то есть я понимаю, что некоторым просто попрактиковаться, может быть, хочется, но имеется в виду те, кто, ну реально могут. Вот. Я, собственно, даже не знаю, как эти субтитры еще повесить, я никогда не вешал из файла, поэтому, ну разберемся, ничего страшного, в общем. Если есть такое желание, прямо в комментариях напишите. Вот, и там. А я уже тогда по вашей почте вам в личку тогда напишу. То есть, видя ваш позывной там. Есть всякие мысли на этот счет, поэтому. Что еще интересного? Знаете что? Да, вот я вам расскажу. У нас такое попурри вечернее. В течение, ну вот, пары недель последних у нас было два таких обстоятельства, когда
Но мы снимали что-то вместе. Ну вот мы с Наташей Квик и ее мужем снимали. А вот на днях с Леней Миховым снимали из Сакраменто. Он тоже у нас вот, он там с камерой, там, по-моему, даже две камеры у него было, я не помню. В общем, они там снимали с женой. И я снимал, и я-то свое сразу вывешиваю, потому что у меня не залеживается, я в тот же день все вывешиваю. А у него прошло там несколько дней, и я случайно, я как-то уже и подзабыл как-то. Вот. Я знаю, что он не часто вывешивает. Тут он повесил дня 4 назад, может, 5, там, я не знаю. 11 тысяч просмотров, вообще потрясающе. Вот. И там где-то у него 300 комментариев. И я думаю, да, говорю, пойду почитаю. Я потом посмотрел тоже некоторые моменты, то есть не сам разговор, поскольку разговор я тоже записывал. Но Леонид, он еще снимал там по офису, мне было интересно посмотреть там. Вот, значит, моего мальчику там подарок искали. И он такой, знаете, с характером, и он это ему не нравится, то не нравится. Но вот мы флаг калифорнийский ему подарили, у меня красивый такой, с медведем. Вот он согласился взять, и так вот, хорошее такое видео у него там, с фрагмент очень-очень славное, доброе. Он еще так смонтировал хорошо, я так, конечно, не делаю, я так одним куском бросаю, а он так порезал, сложил, там очень здорово. К чему рассказываю? Что и у Наташи, и у Леонида какое-то количество там людей... На голову больных, ну правда больных. Но вот у меня такое ощущение было, вот сейчас я когда у Лёни там читал, такое ощущение, что там от черные сотни делегировали и от там зондеркоманда СС какая-то. Ну то есть те люди, которые говорят, что там евреев никто никогда не трогал и не обижал, сходите почитайте. Просто чтобы у вас, ну как бы язык в следующий раз не повернулся. И вот я к чему говорю, что я подумал, мама родная, невозможно же, вот, ну просто невозможно никуда пойти, чтобы там что-то такое не нарваться вот на эту вот зондеркоманду. Весь интернет в этой зондеркоманде уже нормальный чек-то и как бы, ну, некомфортно становится. И вот я подумал, что-то я не додаю в то, что, вот как у нас говорят, appreciation, да, нашим зрителям, что они такие хорошие и... Ну, таких ни у кого нет, правда. Вот я сколько раз там смотрел, где чего. Вот, ну вот не видел. Да, ну, в общем. Нет, ну вот у Сергея из другой Америки, у него очень, очень приятные ребята, мне понравились. В общем, к чему я говорю, что давайте устроим какое-нибудь мероприятие. Такое, у нас это называется appreciation, там, Subscriber appreciation, что-нибудь такое, вот зритель appreciation. Может конкурс какой, может, даже я не знаю, ну давайте что-нибудь сделаем. Вот, и единственное, что я не знаю, что сделать, но мне очень хочется что-нибудь сделать, чтобы люди, которые наш канал смотрят, чтобы они со своей стороны почувствовали, что я вот очень ценю и как бы очень, очень их люблю. Поэтому... предлагайте, мы что-нибудь сделаем. Бюджет у нас есть. Я не хочу сказать, что астрономически неограниченный. Такого нет, конечно. Ну так, в разумных пределах легко. Поэтому, может быть, конкурс, может быть, ну не знаю. В общем, предлагайте, я с удовольствием как бы подключусь. Счастливо!